Привет, друзья! Снова с вами я, Парвин Гайдаров. Я продолжаю тему под названием «Диссиденты, демократы или борцы за свободу. Они предатели или герои?» Я думаю, что все они были агентами КГБ или прямо или косвенно были связаны с КГБ. Почему я так думаю? Потому что про них есть очень большое заблуждение. Многие думают, что если они не были, эти страны, которые они представляют, не смогли быть свободными. Эти народы, которые они относятся, не могли быть свободными. Это заблуждение. Все народы стали свободными после распада СССР. Например, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане не были никакие волнение за свободу. Но Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан тоже не остался в составе Советского Союза. Значит, эти борцы за свободу, они навязывали себя к своим народам. Буду продолжать тему. Пока.